Проходки восстановлен. Докладываю диспетчеру. Угроза второго обвала остается. Как поняли? Как поняли? Я горнорабочий, шахтного забоя. Для меня вся жизнь лихие пустяки. Кто-то отдыхает, сидя на заборе, а кто-то зарабатывает кровью медяки. Я всю жизнь пашу, как проклятая пчелка, годиком за год рубаю уголек. Мне бы полюбить красивую девчонку, мне бы на войне прожить еще денек. В одной руке отбойник, в другой руке калаш. Мы вышли из-за боя защищать родной Донбасс. Мы встали за свободу и за русскую весну. И если такова судьба, за родину умру. Я за прошлый год по плану стал призером. Для меня Стаханов с детства был герой. Мне мой дед сказал, что круто быть шахтером, только вот не круто тыкать за спиной. Для меня мой черный мир как будто сказка, ну а для кого-то адская тюрьма. Только вот не думал, что поменяю каску на кевларовую и без фонаря. Кто же мог подумать, что в бронежилете я сижу в окопе, словно партизан? Кто же мне расскажет, кто за все в ответе? Нахрена мне этот гребаный Майдан? Нахрена мне эти братья-украинцы, за которых мы пахали как скоты, чтоб обогащать прожорливые рыльца черным золотишком ползаны. В одной руке отбойник, в другой руке калаш. Мы вышли из-за боя защищать родной Донбасс. Мы встали за свободу и за русскую весну. И если такова судьба, за родину умру. В одной руке отбойник, в другой руке калаш. Мы вышли из-за боя защищать родной Донбасс. Мы встали за свободу и за русскую весну. И если такова судьба,